В Ленинск-Кузнецком районе на базе законсервированного ранее предприятия «Кузбасс-Авто» торжественно запустили цех по сборке автобусов всемирно известной марки «Ютонг», который известна стандартами качества и комфорта. Все комплектующие и машинокомплекты для сборки автобусов будут поставлять из Китая. Объем инвестиций в новое производство составит около 400 миллионов рублей. Оборот производственного предприятия – 2000 автобусов в год. При этом будет создано более 100 новых рабочих мест. В перспективе планируется оборудование помещения для производства электробусов. Нам надо делать полностью замену нашего пассажирского транспорта в Кузбассе. И транспорт должен быть современным. Мы смотрим вперед надолго. Мы видим основное наше направление – это использование транспорта на базе электричества. Компания «Ютонг» – это один из лучших производителей электробусов в мире. Поэтому, конечно, наши здесь цели совпадают. Мы хотим, чтобы эта продукция производилась здесь у нас.